Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать о том, как перевести Android смартфон для удобного использования людям, которые предпочтительно пользуются левой рукой, иначе говоря, левшам. В Android есть встроенная функция, которая позволяет отобразить интерфейс наоборот. И давай приступим, не теряя времени. Для этого нам нужно зайти в настройки нашего смартфона и зайти в режим разработчика. Если он у тебя включен, то сразу переходим в режим разработчика. Если режим разработчика не включен на твоем смартфоне, то я сейчас покажу, как это сделать. Тебе нужно найти в настройках пункт о телефоне и найти пункт версия сборки. Заходим в моем случае в версия, и здесь будет номер сборки. На других смартфонах может быть не называться не версия сборки, а, к примеру, как на смартфоне Xiaomi, если взять для примера такой смартфон, то там будет называться версия MIUI. Можешь совершенно точно найти в интернете конкретно для своего смартфона, но в большинстве случаев тебе нужно найти пункт номер сборки. После того, как ты нашел этот пункт номер сборки, как увидишь у меня, тебе нужно нажимать несколько раз быстро, пока не появится сообщение, что вы стали разработчиком. После этого возвращаешься назад и в дополнительных настройках у тебя появится новый пункт для разработчиков. Вот дополнительные настройки, и здесь появился пункт для разработчиков, в котором появились некоторые новые функции. Я не советую тебе включать и выключать эти функции, не узнав, что конкретно значит конкретная функция, а изменять только те настройки, в которых ты точно уверен. И одна из них — это если ты левша, можешь отобразить интерфейс. Для этого листаем вниз-вниз, нам нужно найти пункт «Отразить интерфейс». Вот он, этот пункт «Отразить интерфейс». Ставим галочку, переводим в другое положение во включенное, и у нас интерфейс отразился под левую руку. Теперь все, что ты делал раньше в одну сторону, сейчас адаптировано под левую руку. Даже видишь кнопки внизу, назад, домой и меню тоже поменяли места. На этом у меня все. Если видео было полезным, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй любой комментарий под этим видео. Всем пока!